от всей нашей команды с огромной радостью поздравляю нас с днем рождения родного города. Это высокое знаковое событие. Мелитополю исполняется 237 лет. И к этой дате мы подошли с солидным багажом достижений. Современный Мелитополь является мощным деловым центром для крупного субрегиона, отличается развитой инфраструктурой, новейшими социальными, культурными, историческими объектами, зонами комфорта для отдыха и досуга, которым, наверное, могут позавидовать многие областные города. За последние годы, уважаемые мелитопольцы, мы много поработали с вами, приложили массу усилий для того, чтобы наш город стал чистым, уютным, южным, светлым, комфортным для проживания и ведения бизнеса. Но всегда для нас были и остаются главными ценностями, остаются люди. И сегодня наша команда работает над созданием современного, социально ориентированного города. Города с душой, с сердцем, города со своими традициями, своей памятью, своей аутентичностью. Города, у которого богатое историко-культурное наследие, которое мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям. И я уверен, вместе у нас многое получится. Также стоит отметить, дорогие друзья, что прошедший год стал серьезным испытанием для нашей команды. На зрелость, на профессионализм, на сплоченность. Мы достойно прошли этап местных выборов, переформатировав и укрепив нашу команду, взяли на себя высокую ответственность за развитие и помощь в построении жизни на территории укрупненного Мелитопольского района. При этом смогли сохранить основные принципы, критерии подхода в организации нашей работы, сохранить темпы реализации крупных инфраструктурных объектов, объемы привлечения инвестиций. Но что немаловажно отметить, за это время мы не растеряли наших отношений. Сегодня с нами наши амбассадоры, наши партнеры, друзья, которые присутствуют регулярно на мероприятиях нашего города. И это, наверное, главное достижение для всех нас. Дорогие мелитопольцы, по доброй сложившейся традиции, в день рождения нашего города мы чествуем и отмечаем наших выдающихся земляков, которые своим трудом, своими талантами, своими достижениями развивают наш город, которые прославляют его на международных и национальных уровнях. Я с огромным удовольствием хочу перейти к церемонии награждения